Всем привет, друзья, гости, подписчики моего канала. Сегодня 11 июля, 23 год, Московская область. Сегодня у меня день рождения. Я родилась 11 июля 60-го года. Ой, так быстро пролетело время, что даже и не верится. Так что я принимаю поздравления. А у нас опять похолодало. Московская область, юго-восточное направление. Всего 13 градусов и ветер. Обещают. Сегодня-завтра дождь. Но пока дождя нет. Пока только холодно и ветер. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Лес шумит, птички не поют при таком ветре, не хотят песни петь. Ой, вчера обрывала голубику, уже ягодки спеют, наливаются. Ой, вот такие вот мы уже оборвали. Белые вот начинают наливаться, вот так. Такой у меня куст, я уже показывала. Один вот этот хороший, плодит хорошо, а второй какой-то дохляк. Три ягодки, не хочет никак. Малина стала спеть, ремонтантная. Вот смородина, такой куст. Надо обрывать красную смородину. Вот она. Смотрите. Спеет красная смородина. Куст обалденный, большой. Я закрываю огурцы с красной смородиной. Если кому-то нужен рецепт, на канале есть. Попытка номер три. Купила купчиху. Надо будет посадить. Земляника. Земклуника. Вот так она называется. Купчиха. 99 рублей. От агрофирмы «Поиск». В торговом центре, в садовом. Купила три кустика купчихи. Третья попытка. Может, удастся. Посажу, посмотрю. По поводу этой ягоды, которую мне прислали вместо купчихи, спрашивают, ответили ли вам на ваш комментарий. Написали мы комментарий, отправили фотографию, что это не купчиха. Они наши комментарии все удалили, фотографии удалили, ответа мы не дождались. Явно видно, что не ответственный продавец. А здесь у меня растет, ой, смотрите, какой красивый, мятежный звездный истребитель. Вот название придумают же, да? Вот такой томатик. Полосатик, красивый, вытянутый, с носиком. Мятежный звездный истребитель. Два кустика у меня. Лук растет. Этот тоже какой-то выстоит. Не весь.
сожрут. Здесь лук и морковь. Маленько стрелкуется. Здесь на улице помидоры. Снова им испытания, потому что холодно. Так, баклажаны спрашивали, какие. Король севера и алмаз. Баклажаны у меня такие растут. Алмаз и король севера. Ну, с баклажанчиками уже. Не так много. Ну, вот так. Здесь тоже вон баклажаны. Баклажаны. На алмазе еще таких больших нет. На алмазе еще маленькие. А король севера быстро растет. Чеснок еще я не убирала. Спрашивали, не гниет? Вроде нет. Я ж не могу весь выдрать. Пробный посмотрела, вроде все нормально. Ой, капуста уже огромная, прям огромная. Не знаю, эти-то вот все маленькие, еще качанчики. Это экспресс, она не растет большая. А это, забыл какая, вот это растет большая, ранняя. Показывала, показывала, и опять спрашивают, какой трансфер F1. Растет большая капуста. Крепкая, ранняя, хорошая. Мы уже ее вовсю едим. Вчера красные помидорки обрывала. Сегодня уже вот опять начали краснеть помидоры. Ну, холодно. Холодно. Не спешат они краснеть. Вот сержант Пеппер начал менять окраску. Тоже потом сниму обзор. Так, не спеша они краснеют. Вот, ну, ничего. Покраснеют. Вот такой у меня еще есть помидор. Гном, бой с тенью. О, какой интересный какой помидор. Но плохо завязывается, хочу сказать. Вот вторая кисточка. Больше не вижу. Две кисти на улице. Вот дикий Фред хорошо завязывает, наливает. Несколько кистей, тоже гном, вот два кустика стоит. Так, это какой? Это Беркли Тайдайхат. А, тоже, по-моему, вот одна кисть. Так, 2, 3, 6, 7 и все. И все. И вот на второй один. И дальше цветет, а видно холодно, больше не хочет. Ну что, огурцы. Огурцы нормально. Холодно, дверь закрыта. Вот так они растут. Вот. Доросли. Я их вот перекинула. Вот так. Вчера их не поливала, потому что холодно. Что поливать-то? Они и так вон в конденсате. Холодрыга такая. Сейчас буду обрывать. Огурцов полно. Вот вам и июль месяц. Никакой радости. Холодно. Опять вышла, одела куртку. Здесь у меня посажен пучковый огурец. Веселые гномики. Вот так он растет пучками. Вот так. От агрофирмы Аэлита. Ну, задел туда. Ну, в общем, вот так. Что-то я даже не пойму. Холодно, огурцов у меня наросло. Полным-полно. Полным-полно. Сейчас надо обрывать. Вчера был сильный ветер. И огурцы в теплице у меня были целый день закрыты. Сквозняков они не любят. Вот не все спеют. Видите, у меня вот отваливаются, сохнут. Так что растение лишнее сбрасывает. А здесь перцы разваливаются в разные стороны. Это я говорила, сибирский карлик.
эти, не знаю, надо смотреть в записях. Вот, но перцев полно. На всех кустах перцы опылились и растут. Так, растут. Короче, растут. Мы срываем, едим, но еще не краснеют. Ни одного красного мы еще не сорвали. Пока только так. Зеленые. Калийные подкормки надо делать. Золой я подкармливала. Еще надо подкормить. Вот они. Весь ряд у меня тут с перцами. Здесь вот я бархатцы подсадила. Для красоты, для запаха. Там вон тоже перцы. Так, что еще вам показать? Не знаю. Пошлите на поле. Тут тоже у меня бархатцы цветут. Красота. Они в теплице хорошо растут. Им нравится. Тепло, полив. И цветут. Вчера оборвали до конца черную смородину. Еще нарвали 5-литровое ведерко. Все, мы первый раз нарвали много. 11 килограмм, по-моему. Но было еще много недозрелой. А вчера уже все. Оборвали очень даже хорошо. Вся поспела. Так, вышли с вами на поле. За пределы участка. Дождя нет, в лес за грибами не ходила. Здесь вот у меня тоже растет куст смородины. Но мы вчера посмотрели, она еще зеленоватая. Пусть еще пока поспеет. Так, тут вот у меня растет хрен. Будем скоро закрывать, консервации делать. Много не буду, с прошлого года осталось. Так, а тут тыква мускатная. Из своих семян. Вот так растет. Не вижу еще завязи, ничего еще хвостики им не прищипывала. Пусть пока не цветет, только разрастается. Тепла-то нет. Совсем нет тепла. Прям вообще холодно. Кабачки вот там на компостной куче у меня растут. Хорошие, круглые. Всякие разные там и длинненькие. Картошка отцвела. Пробовали мы копать. Еще мелковато. На корню много, но мелковато. Но молоденькая хорошая картошечка. Кушали хорошо. Вот. Здесь вот у меня лук-порей растет. Тут грядка с укропом, самосевом. Он уже вон весь в зонтиках. Тут в этом ящике я взяла и просто раскидала, посеяла цинии. Вот такие они еще поздно, видно, посеяла. А тут у меня несколько помидор на компостной куче сами выросли. Я их посадила вот сюда в ягоды. Посадила. Не знаю, что с ними будет. Интересно посмотреть. Так, а здесь тыква. Тыква цветет. Цветет. Вот. Завязала маленькие тыковки. Не помню название. Покупала в Элите в этом году. Тата мускатная с той стороны я вам показывала. А здесь вот такая маленькая еще тыковка. Разрослась. У меня здесь поставлен ящик. В него наложена скошенная трава. И посажена тыква. По весне, когда я сажала, я его прикрывала спанбондом, этот ящик. Вот. А потом уже все открыла. Все, дождик моросит у нас. Моросит дождь. Может, будет дождь. Так вообще хмуро, пасмурно. Небо вот такое. Несколько дней обещали похолодание.
Так, а здесь у меня, знаете что? О, дверь хлопает. Щавель цветет. Вот так. Один раз только оборвали, щи сварили. Здесь крыжовник на поле. Что-то какой-то. Ну, он уже вообще красный. Крыжовник. Сейчас покажу. Красный надо оборвать, но мелкий. Здесь молоденький такой кустик, и листья красные что-то у него. Не знаю. Вот. Земляника. Земляника с ягодами. Тоже что-то никто не обрывает. Надо оборвать. Много ягод. А здесь у меня кабачки. Сказали, покажите круглые кабачки в разрезе. Покажу. Они такие разрослись, надо, наверное, половину выдрать. Зачем мне столько кабачков? Они друг друга затеняют. Сажала на всякий случай. Думаю, может, какие погибнут, какие замерзнут, какие не примутся. Они как нарочно все принялись, разрослись. Растут у меня на компостной куче. Смотрите, какие листья у них. Мама дорогая, ужас. Ужас. Надо половину выбрать.